Всем здравствуйте! 55-летняя Яна Поплавская и 40-летний радиоведущий Евгений Яковлев уже 7 лет живут вместе. Однако официально пара оформила отношения недавно, чуть больше недели назад. Но теперь супруг артистки сделал важное заявление. Известный блогер Лена Миро порассуждала о том, каким будет вероятный развод актрисы с мужем. Ранее Яковлев рассказал, что без колебаний переписал имущество на любимую женщину. Влюбленные не поехали в свадебное путешествие, а вместо этого принялись обустраивать семейное гнездышко. Пара построила коттедж в Подмосковье. Светский обозреватель напомнила, что в прошлом Яна Поплавская уже пережила скандальный трудный развод с режиссером Сергеем Гинзбургом. Звезде пришлось с трудом делить с супругом имущество. По мнению Миро, артистка сделала правильные выводы. Спокойнее, когда все оформлено на тебя. Блогер объяснила, что при разводе с молодым мужем от раздела совместно нажитого имущества это не спасет, но и без Поплавской ее собственность не поделят. Миро отметила и другую важную деталь. В брачном договоре можно прописать, что при разводе каждый остается при том, что имеет. Напомним, актриса 25 лет была супругой режиссера Сергея Гинзбурга. У артистки и кинематографиста есть общие сыновья Клим и Никита. Звезда утверждала, что супруг обобрал ее, присвоив все совместно нажитые сбережения и недвижимость. Режиссер, в свою очередь, говорил, что экс-супруга настраивает детей против него. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.